История нескольких друзей Оушена, перенесенная в военную эпоху. Правда, на этот раз речь идет не об ограблении казино, а скорее наоборот, о возвращении украденного. Джордж Клуни, режиссер ленты «Охотники за сокровищами», и он сыграл в ней главную роль. Когда сам ставишь фильм, да еще играешь главную роль, это не слишком скромно, но что я мог поделать? А еще ведь нужно объяснять другому актеру, ставить ему задачу. А меня спрашивают про мой шарфик, я вам достану такой же. История, рассказанная в ленте, подлинная, в качестве сценарной основы бестселлер Роберта Эцеля. Кураторы, архивисты и искусствоведы против солдат Вермахта. В фильме снимались Мэтт Дэймон, Билл Мюррей и Джон Гудман. Джордж – отличный профессионал, всегда готов к работе, очень организованный человек, знает, чего хочет, владеет ремеслом, очень гибкий, склонный к импровизациям. Я был очень доволен. На российский экран лента «Охотники за сокровищами» выходит через неделю. You can wipe out an entire generation, you can burn their homes to the ground, and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements, then it's as if they never existed. That's what Hitler wants. That is exactly what we're fighting for.